Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Хочу представить вашему вниманию обзор на модель фирмы Мэнк в 35-м масштабе на израильский танк Меркава МК-4М с системой активной танковой защиты Трофи. Модель в 35-м масштабе, артикульный номер набора ТС-036, довольно большая толстая коробка, красочная, очень хорошо изображен бокс-арт. Здесь фирма нам дает набор цветов, предположительно, которые нам понадобятся во время окраски данного танка. И модель 2018 года. Сейчас вскроем коробочку и посмотрим, что же в ней лежит. Как видим, полная коробка литников, инструкция, вкладыш. Литник с траками даже шире, чем сама коробка. Все упаковано в отдельные целлофановые пакеты. Сейчас распакуем и произведем обзор дальше. Начнем обзор с инструкции. Инструкция дана в виде книжки, довольно толстенькая. Также очень приятно, что в инструкции есть краткая характеристика танка на русском языке. Ну и, как всегда, довольно понятная, хорошая, поэтапная инструкция. Все хорошо пропечатано. Надеюсь, трудностей во время сборки у вас не возникнет. Смотрю по этапам, сборки довольно сложная, интересная модель. Много всяких мелочей присутствует. Что-то в наборе дается из пластика, что-то из фототравления. В наборе также присутствует металлическая цепочка. Всего 34 этапа. Модель на самом деле очень красивая и интересная. Сразу хочу сказать, в наборе присутствуют рабочие траки. Собираются они с двух половинок. И потом поочередно соединяются в звенья и потихоньку склеиваются. После видео потом будет фотосессия, если хотите лучше рассмотреть литники, детали. Траки выполнены очень красиво. В наборе даны три одинаковых литника с катками, элементами брони и подвески. Подвеска здесь будет рабочая. Модель будет очень интересная в сборке. Очень четкое, хорошее литье.
Хорошо выполнены все детали. Все отлично отлито. Цепочки на башню. Хорошо проработаны даже мелкие детали. Что модели от фирмы Мэнк всегда радуют и количеством деталей, качеством отливок. Все без проблем хорошо у меня собиралось. Это модели от фирмы Мэнк собрал немало. Очень красивая модель получится. И ванна корпуса дана раздельными деталями. Ну, интересно, очень сделано. Довольно толстый пластик. Поэтому, надеюсь, соберется без всяких проблем. И без всяких перекосов. Даны сразу одной деталью катки. Интересно, выполнены. Верхняя часть корпуса. Сразу в глаза бросается антислиповое противоскользящее покрытие танка. Хорошо сделана расшивка. Очень будет выразительно смотреться смывка на ней. Хорошая самодостаточная модель. Друзья, если смотреть на башню, то такое впечатление создается. Это какой-то уменьшенный космический корабль. Очень интересно сделано. Конечно, приятно держать в руках модели от данного производителя. На башне тоже очень хорошо видно противоскользящее покрытие. Здесь силиконовые втулки под катки. Нижняя часть башни. Очень много клепки. Литник со стволами пулеметов,
точно такой же литник я видел в наборе от Кугуара американского бронеавтомобиля. И отдельной деталью дан пулемет. Сразу высверлены отверстия. Очень красиво выполнено. И стволы все высверлены. В наборе идет металлический трос, медная проволочка, цепочка, плата фототравления. Решетки, цифра, и вот такая декаль. И также в наборе литник с прозрачными деталями, приборами наблюдения. Очень хорошо все выполнено. Сразу убираем пакетик. Ну, что хочу сказать, набору я ставлю крепкую пятерку. Очень интересный самодостаточный набор от фирмы Мэнк. Все очень понравилось. Ну и кому интересно, как я говорил ранее, фотографии можете посмотреть в конце обзора. На этом буду, друзья, заканчивать. Всех благ вам, вашим близким. До новых встреч!